кто меня видит, кто меня слышит. Обращаюсь я сюда талантливым румам. Почему? Потому что у меня сложилась очень такая ситуация нехорошая, что пошла неправдивая информация о моей семье. Что мы нас пострамили. Это неправда. Я божусь вам перед всеми цыганами, кто меня слышит, кто меня видит, что это неправда, чтоб я своих детей похоронила, чтоб я не видела своих внуков, что все мои дети, мои внуки, чтоб я их своими руками лично похоронила, что это неправда. И о том, что эта цыганка, которую выложила, это Румни, говорит всем, что я кляла ее детей, что я проклинала детей, что я материла детей, это неправда. Я вам клянусь всеми святыми. Самое святое – это мои дети, мои внуки, маленькие, которые им по 3 годика, которые им по 4 годика, которые им по 5 лет. Это неправда, чтоб они все умерли, мои дети, чтоб я осталась на этой земле одна, сама, без моих детей, без моих внуков, чтоб я их всех видела в гробу. Я даю такое божество перед всеми. Это неправда. Я не оскорбляла детей. Я не кляла детей. Мы не постремленные, как там говорят. Это было все сказано словесно, что нас пострамили. Мы друг друга пострамили по телефону. Так как мы цыганки, когда мы ругаемся, мы не соображаем, что мы говорим. Это было все сказано по телефону. Люди добрые, цыгане, я вам еще раз говорю, что это неправда. Я хочу обратиться к Владимиру Петровичу. Владимир Петрович, обратите, пожалуйста, внимание на мою ситуацию. Я хочу, чтобы как-то эта ситуация разрешилась. Почему? Потому что я нахожусь очень далеко от своей семьи. Я нахожусь не рядом. Так как я не нахожусь рядом, как я нахожусь очень далеко. Я хочу, чтобы, если можно, чтобы мне помогла эта группа, так как я наслышана очень много о ней. Талантливый Рума, что это донести всем, по всему интернету, по всем сетям, что это неправда. Почему? Потому что в данный момент я не могу пойти в церковь, потому что я не дома. Но так как я скоро поеду домой, мы собираемся, все цыгане, все Рума, мы идем, клянемся в церковь, каждый из нас, что и кто говорил. Но на сегодняшний день я хочу остановить этот разговор неправильный, эти разговоры, эти сплетни. И еще раз напоследок, я хочу забожиться, что я не кляла, не божила, не стремила этих детей, не кляла этих детей, этой женщины, этой цыганки. Дети – это святое, и мы не нас, как говорят, что мы постремленные, это неправда. Пожалуйста, я вас прошу, услышьте меня и поверьте, я поклялась самыми святыми, это мои дети, мои внуки, чтоб я их всех своими руками и в моем доме видела, сколько их у меня. У меня 4 детей, и у меня 5 внуков, чтоб я их всех видела в гробу. Спасибо за внимание.